Девчонки, всем привет! Сегодня хочу показать вам такой вот нарядник. Назвала я его, что бомжу не подошло, то я на себя одела. Я люблю такие веселые, экстравагантные вещи, мне они нравятся. Я сама люблю рассматривать такие вещи на других людях и смотреть, как они выглядят. И сама люблю носить такие вещи. Может, для кого-то это будет смешно, для кого-то, может быть, будет интересно. Вот такая вот кофточка. Это испанский модельер какой-то местный сделал, не знаю даже какая фирма, но местного разлива, скажем так, кофточка, потому что купила ее не вообще в общественных магазинах, где там много-много вещей, а в таких маленьком бутике. Поэтому даже не знаю, какая марка. Вот так вот она выглядит. Посмотрите, как интересно, да? Такие вот кармашки здесь. Вот она здесь такая коротенькая, как будто я ее не задрала так. Вот здесь вот у нее нормально рукава, эти плечики. Вот она сама так пошита, как будто вот ее разносили уже, долго-долго носили. Она уже села от стирки. И зад вот так вот вытянулся у нее. Так она. Такая вот. Юбочка, не знаю какой бренд у этой юбочки. Ну вот она такая, она была у нас здесь одно время, такой стиль юбки с завышенной талией. Вот она у меня такая завышенная. И очень удобно, что подошла кофточка к ней. Нету пространства между юбкой и кофтой. Она как раз так вот закрыла все. Вот такая вот завышенная талия у юбочки. Вот так вот она выглядит. С пуговками здесь. Спереди расстегивается. Карманчики по бокам. Карманчики кофточки по бокам. Карманчики здесь. Много карманчиков, но эти карманчики на юбке не видны. Поэтому не аляписто. Такие вот туфельки. Потому что я считаю, что такой наряд должен быть с каблуком. Без каблука он будет смотреться приземленно и вот как баба деревенская. А с каблучком он будет смотреться очень экстравагантно и интересно. Ну, пишите, как вам понравилась моя идея. Всем пока, всех люблю, всех целую. Чао.